Ну вот я приехал в Волгоград. Всем привет. Главное и эпичное место — Мамаев курган, родина мать, и напротив — Волгоград арена, построенная чемпионату мира по футболу, вместимостью 45 тысяч зрителей. Тут классные парковочные места, даже тренажеры стоят, все облагородили, все подсвечивается. Ну, здоровый парк. Я решил заснять час, потому что будет подсвечиваться, будет красиво. Вот она, та самая. Классно просто. Добрался я до сюда. Сейчас надо будет место поискать. Не тут же на площади, где переночевать. Завтра, может, и прогуляюсь, поднимусь наверх. Но она высоченная. Высоченная. Там светится вдалеке берег Волги. Завтра днем еще поснимаю здесь. Давно я тут был, лет 15, наверное, назад. Ну так-то хорошо, все изменилось в лучшую сторону. Надо обязательно будет наверх подняться. Ну все, всем пока-пока.